Желание бомжа. Ребят, ставим лайки, подписываемся на канал. Давно вы не видели мистера Олега Вайса, но вот наконец-таки он с нами, друзья. Все поздоровайтесь. Привет, привет. Привет, я Легалайз. И, ребята, сегодня у нас будет выживание бомжа. Мы уже много открыли бизнесов очень много. Уже купили машину себе. И что же будет дальше? Дальше лайки ставим, друзья. Лайки и комментарии. Гамбл. Ну, с него резко не выпадает. Блять. Что за хуйня? Интересно. Я сижу, я получаю, ладно. Я залез на осаду, короче. Сиди. Меня ведро оставь, дурак. Блять, еще запивать нету, блять. Слышь, Лукис, пошли, уйдем, я ебал зельки на. Оставил я учдок. Я убью всех! Блять, топчи говно! О, наши жмут внизу маузер, можете помочь им. Да нахуя, блядь, это минус пёрка у него, минус пёрка у него. Кагаем. Блять! Он же сейчас у него. Не вставать, него не вставать! Пизда парню, один за парню. Он сейчас съебется. Там еще челик оп. Со стороны, блокад, ты гений, чаю, блядь. Остальных туда нах, закидываю. Парень, закинул еще одного, толкайте внутрь его. Не там. Кап, я с лука помогаю, пизди его. Я с лука ёбнул. Ёбнул. Что вы делаете? Нахуй вы тут деретесь? Блядь, сейчас всем варны выдам, клоуны самые. Watchdog нашим, иди к НБО. Иду. Бля, такие просто твари тупорылые. Спасибо, бра. Там наши гайсы, блядь, тут дерутся с какими-то бомжами ссанными. Аргисейти, мы их откидываем. Да, уходим из каньона. Забейте на Евгеху, забейте на их всех. Броню только ломает, от него толку ноль, типа, не падай с них. Уходим все отсюда, почему вы там все еще сидите? Забейте на... Сет с них не падает. Да, с них сет не падает. Пусть другими пиздец, другие броню ломают. Они драться идут, парни, прикиньте. Ну зачем бьем, в чем проблема? Пиз, блядь, что вы их пиздите? Декард, Динат, Декард, вот что ты делаешь, за блядь? За бля, он лоу хвешный был. Ладно, они охуели, парни. Да. Работаю, так не. Смотрите, у нас сейчас такая ситуация. Здесь произошло, у меня есть парень. Ну такой глаз. Ну, понимаете, девочки. А его зовут, значит, Андрей Кулай. И параллело в том, что Андрей. Он не Андрей. Так похуй такой зовут. Ладно, давай. Мне иногда рассказывали, но мы не глубоко там. Вот, мы дохали недавно. Но, понимаете, я всегда чувствовала к нему что-то такое. Вот знаете, когда вот ты стоишь, и резко что-то вот потекло, как будто описывалось. Я не описывалась, это просто как будто вот, ну не знаю, что-то там бьется у меня. Я просто не знаю, мне всего лишь 11 лет. Вот. Вот. И в один момент, как бы, я начала на него засматриваться. И тогда мне еще говорили, мол, Ксюш, это твой парень? Я говорю, нет, вы меня уже все заколебали, блин. Я не хочу ни с кем встречаться. Я, мог, работаю там, свои 11, там, блядь. Мол, я занята. Но... Когда я увидела у него в зубах золото, я начала задумываться, что это мой суженый будущий. Кулагин. В принципе, фамилия тут Ксения Кулагина вполне себе статна. Плюс он играет тоже в Майнкрафт, между прочим. Да, и мы можем все вместе играть, там, допустим, там, на малокайном сервере, там, выживать. Он может мне там, не ухаживать. Понимаете? Вот.
И все, вот мы потом с ним встретились. Как оказалось, ему было 30, мне 11. Ну ничего. Играем как-то. Живем. Скоро у нас будет второй ребенок. Все, всем пока. Меня зовут Ксения. Я заканчиваю мой рассказ. Чё это? Артём Майонов. Где-то я гей. Было про то, как я в свои 15 осознал, что отсасывать половые органы мужчин мне нравится больше, чем дрочить. Получилось это так, что проснулся я утром и понял, что даже не так. Я встал с утра от сильнейшей эрекции, которая настолько была сильна, что я чувствовал боль в штанах. А просыпаюсь и понимаю, что я чувствую запах попы своего брата. Он какое-то время доставал книжки до шкафа, и получилось так, что он стоял на моей кровати, и попа был повернут ко мне. И после этого момента я понял, что да. Это моё. Походу, это не только мой брат, но и мой парень. И получилось так, что я начал мастурбировать на своего брата. Мастурбировал. И когда-то он меня всё-таки запалил за этим делом. Он увидел, как я за компьютером смотрю, разглядываю его фотографии ВКонтакте. И мастурбировал свой хуй. Мастурбирую свой хуй.